Продолжаем строить мост. Размотали трос. Тростик как хвыльнет, мотыльнет и кого-то с собой заберет. Слабысь, балбысь. И в речке шелбысь. Вот есть полоса у нас. Мы собираемся, да. Мы собираемся сделать крепление под трос из этой полосы. Для этого мы хотим ее согнуть вот в этом направлении, вот так, как большая подкова. И это приварим к трубам, которые торчат, сюда пропустим трос, и он будет там держаться. Для этого собрались тут все сейчас и будем ковать. Вот у меня ковалда, я буду ей сейчас бить. И осталось там. Дайте 100 метров. Не дадите. Что он хочет? Стукнуть. Стукнуть? Да. Ну, промазать дайте раз. Можно? Да ну промазать. В ушах будет звенеть. Когда промажешь. А? Кому промазать дальше? Ну, да, типа попасть. Ну, промазать, да? Вот, и вот как ты после этого можешь попасть? Только по полной программе. Не, ну раз промазал, дай. А потом... Давай, быстрее.
Хряк, шмяк. Спички. В связи с популярностью игры «Сталкер» отменена профессия контролер в связи с большой смертностью. Милиция переименовывается в организацию «Долг», а СБУ в организацию «Свобода». Ну желательно, блин. Ой, ну да пошли. Стоп. Еще чуть-чуть. Пошли. Чуть-чуть дернем, давай. Все. Осталось 2 метра и бросили, Илья. А, он будет. Сейчас там надо вам провис чуть-чуть, подожди. Надо провис. Ладно уже кидай, что за провис, он все кинет. Ну что ж он висит? Нет. Помоги ему, а то уйдет за тросток. Потянули. Давай дальше, перехвати сюда, подтяните там. Подтяните там, ну смотри, подтяните.
Куда мне, сюда лучше ставить? Нет, сейчас подтянуть трос и посередине перекидывай его. Вот. Или, Леш, давай, ты скользишь, давай здесь тяни, а я буду посередине его перебирать. Так, а там тоже. Я наберем. Алло. Ну, наверное, не помешало бы. Сейчас трос тянем. Пошли. Ага. А потом тот туда. Можно еще подтянуть. Ну, а вот так. Давай вот этот закинем сейчас на место, а потом будем уходить. Давай лестницу чуть-чуть переставь. Ага. Все равно его не натянем. Смысл нам пытаться сейчас надрывать. А сейчас нет смысла. Завтра он спокойно потянется. Да. А что, у нас мост скоро будет? Да не скоро. Давай так. Чтобы с гарантией. Ну да. Очень скользкое слово. Редьба на приварах. Я пишу на три края. Ну что, теперь эту городушку надо делать. Тянется. Сами трактора не надо. А не, ну газелькой, в принципе, можно было бы подтянуть. Да, газелькой потянуть можно было бы. Подвесить его, зажать как-то, чтобы если ходить, хотя бы газельку пригрузить, чтобы держаться за что-то было. И потянуть. Вот ради интереса, давай сделаем конструкцию, чуть-чуть подтянем, может газельки требовать. Да, там будто зацепить. Ну. Вот это сейчас сделаем. В какое-то время хоть было не опасно ходить по мосту, там за трассы за эти держаться. Да, давай попробуем. Сейчас обварим конструкцию здесь, как планировали. А сесть он против не будет, вдруг машина его растянет.
мене забагали, мені хотіло. Это приехал, он говорит, я в гуте трос тягаюсь. Где он? Я в гуте трос тягаю. Приехал, стоит. Не, ну тягает трос. Ну так этот же, да? Ну да. Гика мострой. Ну а кто? Вот сейчас, если, да, если сейчас оторвется от утой, дальше нашу скорости не будет. Начинает Миша, да? Как говорил Архимед, дайте точку опоры, и я сдвину землю, да? Еще пока рано-рано. Да, вот точно. Сила уже тут серьезная. Все, теперь можно радоваться. Если сейчас можешь еще один раз сделать, можно радоваться. Один раз я и сделал. А на второй хэка не хватит. Просто вот сейчас нагрузка расти уже не должна, он уже висит. Труба у кого есть? Куда ближе? На ферму ходить за. Одну сторону натянули. Сейчас будем крепить. Вот палочка уровень, куда надо было дотянуть. А ну да. Да.
чтобы этот не пошел вниз. Конечно. После полной натяжки надо снять. Однако жарко. Жарко? Жарковато. А потеплело, и снег подтаял, и не так скользко стало. А я тоже сначала не понял, что такое. Думал от работы, оказывается, потеплело. Печаток и поставить просто. Я что, без документов на них? Нет, ты не поедешь. Гуляет в разные стороны. Все, трос оторвался. Трактором бы так точно не выставили. Конечно, не вырвал. Да. Его поймать позицию. Тут на сантиметр ловим, понимаешь? А трактор, если потянет, то потянет. Плюс-минус километр. Так, вроде они сюда подошли. Я тоже работаю. Все? Нормально? Чуть-чуть бы еще надо. Еще зубчик. Есть? Надо сюда взяться. Ты его подальше просто. Подожди, я сейчас там приду. На, закручу. Не надо, не... А, так, да. Еще чуть-чуть подохнуть. Сейчас стой, Саш, сейчас я продерну трос, а ты еще попробуешь потом. Тебя он не дает. Я сейчас его продерну, а тогда ты его еще. О, вместе. И. Все. Порядок, да? Ну, сейчас там подать и... Ай, ты крутишь. Нет, я прошу.